Давай мы тебе расскажем, для чего нужна бесцветная пудра «Фиксатор». Эта пудра мгновенно устраняет жирный блеск, работает с кожей, не подчеркивая шелушения. Наношу на заключающем этапе макияжа полирующими движениями кисти. Но ты только посмотри, какая красивая кожа получается. И, кстати, эта пудра очень бюджетная. Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, как вам ролик? Понравился? Хочу сказать, что таким образом компания белорусская Luxe Visage решила прорекламировать бренд, свой бренд пудры, который должен быть в косметичке каждой женщины, девушки, неважно. У меня, кстати, возникает вопрос, неужели маркетологи сами в обход директора сняли такой провокационный ролик. Я хочу сказать, что белорусские девушки, вне зависимости от политических взглядов, были возмущены подобным характером рекламы. И возмутило еще также комментарии администратора в инстаграм-аккаунте. Девушка писала, ну, либо кто-то пишет, а почему вы возмущены, почему вам не нравится мужчина-визажист? Нет, ну, к мужчине-визажисту вопросов нет. Но то, что он сам нетрадиционной сексуальной ориентации, и это пропагандируется, соответственно, мы понимаем, что компания относит себя к ЛГБТ-френдли. Соответственно, это идет вразрез морально-нравственным устоем, христианским устоем нашего традиционного белорусского общества. Кроме того, хочу сказать, что у нас нет закона, который запрещает ЛГБТ-идеологию. И вот постепенно вот эта идеология поступает к нам на наш белорусский рынок. Поэтому, уважаемые парламентарии, члены Конституционной комиссии, принимайте правку в Конституцию, там, где брак – это союз между мужчиной и женщиной по рождению, и принимайте закон о запрете ЛГБТ-идеологии. Этот закон уже есть в России, поэтому у нас, в принципе, плюс-минус одинаковое законодательство. Не нужно изобретать велосипед. Берите сам проект, драфт, как говорится, да, и применяйте его в белорусских реалиях. Потому что все-таки это будет влиять и на белорусское общество, и на воспитание наших детей в первую очередь. А мы за традиционные белорусские христианские ценности. Поэтому, друзья, компания Luxe Visage, пишите им в инстаграм, на сайт компании указана электронная почта. Содом не пройдет. Подключайтесь. С вами была Татьяна Сидорович. Всего доброго. Пока-пока.